Поварскому делу теперь учат в Белокурихе. Кулинарные курсы открылись в филиале Алтайской академии гостеприимства. Первым выпускникам накануне вручили дипломы. На самом деле они прошли хорошую подготовку теоретическую, они прошли замечательную подготовку практикой в санаториях Белокурихи, получили большой, я считаю, для начала большой опыт. Такая площадка появилась в связи с потребностью санаториев и гостиниц в квалифицированных кадрах. Первыми участниками учебной программы стали 6 жителей города-курорта. Они обучаются по профессии повар 3-го разряда. Сама программа, считают авторы, решает 2 задачи. Это поднятие престижа рабочих профессий и, что еще более важно, подготовка местных поваров высокого уровня для города-курорта. Очень нравится. Проходила практику, не разочаровалась, а только убедилась в том, что я сделала наконец-то правильный выбор.